Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала. В предыдущем ролике я говорил, показывал каркас от этой модели. Вот, наконец-то она приехала. Видно, какая здоровая коробка. Для удобства я выложил все на стол в той последовательности, в которой она лежала. Паспорт на кабину, на кузов, на раму. Не буду доставать, тут идут наклейки, брызговики и сетка под решетку. Брызговики назад наперед. В инструкции, в принципе, все понятно, как собирается. Номера болтиков, все есть. Последовательность. По электронике ничего не указано. Так, будем смотреть. Производитель позиционирует эту модель как металлическая, мало пластика. Стекла, козырек, фары. Тоже все для кабины. Передние крылья тут, панелька, ресивер, воздушный глушитель, ящик для аккумулятора. Тут что нам пригодится потом? Сиденье, верхушки, решетка, отсекатели. Кстати, вот это прикручивается на крышу, прикольно, мне понравилось, тут все под болты. На кабине все есть, отверстия, дверные карты. Тут под люк. Так, это у нас баки, задние крылья. Это для оптики, для передней, а для зеркал еще вот. Защита, которая под кузовом идет, металл. Основание под кабину, резинки под аккумулятор, крепление. Так, я сейчас все это сложу, чтобы мне не мешало, и продолжим. Продолжаем. Рама, но она не вся, там еще в другом месте лежат части. Так, повыше поднять. У меня, к сожалению, штативчик сломался. Вот. А вдруг потом собирать начну. Уже не снимешь. Борта. Алюминий. В общем, это кузов. Также это все лежало в коробке. Кстати, сейчас акции на него, по крайней мере, сегодня видел. Цена еще упала. Там, по-моему, на 1000 даже дешевле, чем я брал. Ссылочку оставлю в описании, вдруг кто заинтересуется. Из инструмента только один ключик на 2,5. Передний мостер рулевой. Я так понимаю, защелка на кабину, крепление. Ну, одна из частей крепления. Редуктор. По мотору я тут уже посмотрел информацию, только то, что 45Т, Made in China, мотор, все.
как под него регулятор подбирать. Я продавцу задал вопрос, не знаю ответа, чтобы он у производителя узнал. Вот. Так неплохой вроде. Мотор щетками. Хотя бы указали, где плюс. Уже плюс, да? Так, это, по-моему, ребята, тоже крепление под кабину. Не буду особо доставать. Ну, болтики тут, подшипники еще всякие. Шпилечки. Шпилечка, по-моему, тоже под кабину. Это то ли мотор, то ли редуктор. Ну, крамикар, в общем, крепится. Так, вот они. Еще часть рамы. В этом отделении то же самое. Задний мост. Я смотрел один обзор, тоже русскоязычный. Человек, по-моему, где-то живет за границей, но ролики снимает на русском языке. Вот. Он, в общем, не выдержал, разбирал этот мост. Но он чувствуется там. Он так и жирненький еще прям. Смазки там много. Ребята, вот это, я думаю, болтик для смазки. Выкручивается, шприцовать. Вот. Мостик такой тяжеленький, железный тоже. Так. Серва тоже. Никаких обозначений, на сколько она килограмм. Серва той же фирмы. GX модель. Производитель положил. Забыл показать. Два провода. Концы, которые идут на регулятор, появятся к двигателю. Да, я же говорил, позиционируется то, что конструктор в основном железный. Железные диски. Ребята, ну не прям железные. Они легкие. Но металлические. Резина. Такая прикольная, с надписями. Типа Bridgestone. Только да, тут G нету, тут как бы О. Вот. Так, наконец-то кое-как достал. Такие запчастюшки тут еще. 6 баллонов. Комплектную машину. Запаска под раму. Так, остальные запчасти для кузова. Все алюминиевое. Да, в конце еще каркасик покажу. Потому что я ролик в телефоне удалил. Так, здесь металл у нас только... Так. Так, это пластик. Так, металл, вот одна пластина только. А это для мягкости. Пластика, чтобы они пружинили. Задние, передние. Так, валы. Секунду. Два вала. Тут болтики крепления я особо не разглядывал. Также для колес болтики. Не помню. Возможно, для кабины. Так, что я пропустил, сейчас покажу. Я не знаю, как это называется, промежуточная штучка для валов. Вот так, и что еще не показал? Крепление под запаску. Так, вот дошли мы до кабины. Ребят, достал я. Ой. Вот видно, да, что металлическое.
чтобы одной рукой не вытягивать. Тут есть отверстие. Еще не заказывал, буду заказывать. Жду, когда какая-нибудь акция будет. Обшивка. Пластик такой, интерьер сюда еще идет. Он без акции, там, пятеру стоит. Ну, это вообще... Где дороже? Просто пластиковая обшивка. Просто пластиковая обшивочка такая вот сюда вот защелкивается. Потом отдельно еще буду сюда тоже докупать. Как это назвать? Не интерьер. Там имитация радиатора, патрубка всяких. Так, ступеньки. Ступеньки к бамперу наклей крепится. Вот это, конечно, не очень. Но сюда потом пластику эти вставлять. Наверное, буду красить их под металл. Вот такие двери металлические. Сюда карта пойдет. Ну, в принципе, все, ребят. Вот болтики. А, бампер. Вот бампер. Так. Вот так. Ну, крышечка. Вот, все аккуратненько встает. Вот, она тоже будет открываться. Вот. В принципе, все. Ну, почти все. Сейчас еще надо снять быстренько. Доснимать к этому ролику для Рутуба обзор каркасика. Ну, и в принципе, все будет. Вот так это все выглядит, когда вы открываете коробочку. Все слоями сложено. Ну, думаю, собирать будем вместе потихонечку. Там раму соберу, кузов. Кабину красить надо. Но кто не в курсе, нужно еще докупать регулятор скорости. Пульт с приемником. Звуковую плату. Там, не знаю, модуль света. Посмотрим, как это все будет компоноваться по электронике. Вот. Много, в общем, что докупать еще до него надо. Это не просто так вот купили конструктор и все. Нет. Сюда надо денег еще вложить. Да, и насчет вложить денег. Вот, допустим, для этого кузова нужен каркас. Вот он. Такая тоже инструкция. Тут болтики, наклейки. Не пойму, для чего, скорее всего, на сантент. В инструкции тоже особо ничего нету. Вот. Вот это все было завернуто в такой желтый пакет их, китайский, в тент. Вот, в пупырку, два слоя. И вот он сам весь каркас. Тоже все интуитивно собирается, все на чертеже понятно. Вот. Все в комплекте. Ссылочки на все поставляю. Насчет того, что сколько денег выйдет, ну какая сумма выйдет из этого конструктора, когда он соберется, даже сам еще не знаю. Тент выбрал темным зеленым. Говорила мама, слушай, классики всегда модные. Нет, там не серый выбрал, не белый. Темно-зеленый. Вот теперь машину в какой цвет красить. Ну все, ссылочки поставляю. До новых встреч.